Самым нашумевшим резонансным артистом новорусской музыки стал Олег Элджиюк, более известный как Рейн. Номинации «Правит года» побеждает Элджей! За сутки пластинка добралась до первой строчки iTunes. Интервью с ним уже не может ни один телеканал. Просмотров на Ютубе долгие месяцы в тюрьме. Десятки миллионов просмотров. Космические гонорары позируют для глянцевых журналов. Популярный исполнитель. Это абсолютный рекорд для социальных сетей. Парень мелькает с золотом. Элджей делает вид, что журналисты пустое место. Я пришел поржать, посмотреть на шоу-бизнес русский. Парень говорил, что не любит кокаин, но ему нравится, как он пахнет. Хаммер на номерах 1-4-3, катится всех трахнуть. Я встречаю рассвет на капоте огромной машины. Я бы был как все, если бы делал то, что разрешили. Не было бы этого всего у меня.